Йога у нас играет. Это гитаретка, гитара и табуретка. Вах, довольный. Это вас снимает не скрытая, не камера. Это телефон вас снимает. О, почти бас-гитара. Ну, понятно. Ну, на этой струны есть. Я принесла какие-то струны. А можно ли ее настроить-то, будет интересно? Настроить, да. Тут вот эти расстояния, они вымерены по-правильному и по-научному. То есть вот лада, да, этого самого. Она не гуляет, эти расстояния? Ну, оно вроде как. Ну, в принципе, она усилена вот этой вот специальной штуковиной. Да, я специально ставил сюда штуковину, чтобы оно... Чтобы их не гулял. Она не гнулась. Ого, ладно. Не курить написано, не сорить. И под этим надо как раз было, если мы кальян там нашли. Да, вот, держи вот это. Классическая. О, это, это рамочка. Надо покурить под табличкой, не курить. Кошка. Для моих шедевров. Ты еще да. Дела. Где кошка? Кошка радует. Я кошку, я девушку пришла снимать. И вас снимает не скрытая, не камера. О, да что ж у меня в такой неаппетитный процесс. Очень хорошо, если все нормально. Я тебя давно не видела. Я вспомнила тебя, когда увидела. Да, я показалась не сразу. Так, да, я кто у вас там? Привет, дорогая. Тут пахнет. Она еще сейчас согреется и будет еще вкуснее. Ты маленькая. Пахнет вкуснее. Хорошая. Когда еще вкуснее, будет сильнее. Кися, кися. Кисянка. Ух, какая классная кошка. Где она странная? Красиво. Может ее этот торт отнести туда или в холодильник? Кого? Торт. Я ее сейчас согрею, всем в холодильник. Нет, торт его отнести. А, торт, сейчас его порежу. Что... Жалко, свечек нет, задувать не задуется. Нечего задувать. А я ему говорю, свечки надо. Не, говорит, свечки, говорит, мне не надо. Поручик жесткий. Свечки. Есть такая телега, что это неправильная традиция вообще. Свечки задувать. Свечки задувать, говорят, на... а, раздувать. Просто когда ты задуваешь, ты как бы жизненный огонь свой гасишь. Одну свечку воткнуть. Специально одну большую свечку и зажечь ее. Типа, вот.